Раманандарай, Махапрабху и Раманандарай. Мое сердце следует за этой беседой, пристально следует, буквально говорит Шрила Шридхар Махарадж. Это мое возлюбленное явление, свитхарт, возлюбленное. Раманандарай Махапрабху, их беседа, развитие атеистической концепции Гаудия Вайшнавизма, школы Бхагавата. Это развитие было представлено в дискуссии, в разговоре Рамананды Рай Махапрабху. Махапрабху задает вопросы, Рамананда отвечает. Как шаг за шагом мы восходим до вершины? Я пристально следую этому, и это ключ, ключ ко всем моим работам. Начинается в измерении Варнашрамы. И как это явление постепенно развивается? Шаг за шагом мы должны пристально следить за этим. Строго следовать этому. И искренне мы должны следовать. И тогда мы сумеем обрести представление обо всем. Что такое Гаудия Вайшнавизм? Что такое Бхагаватам? Что такое сознание Кришны? Все это заключено в этой беседе, и любой подлинный ученик этой божественной беседы, он может обрести подлинное представление, доступ в очень интимную, секретную, интимную глубину или сердцевину Гаудия Вайшнавской теологии. И, конечно, Рупа Шикша и Санатана Шикша, но вся система зародыша, суть, квинтэссенция представлена полностью исчерпывающим образом в этой беседе. И это явление живет в моем сердце всегда. Я люблю, и я чувствую, и мне хотелось бы быть, и я чувствую, что я хочу находиться у стоп, и я нашел мое положение у стоп Рай Рамананда Махапрабху Сварупа Дамодара. Никакое иное богатство не очаровывает меня в моей жизни. На Вайкунтхе, в Вайкунтхе или где-либо еще. Я хочу занять мое положение там. Прочное положение, вечное положение, у стоп моих владык. Радна Чинтамани, Кавирадж Госвами упоминает. Все более и более драгоценные камни, камни и камни, драгоценные камни, все более великие сокровища открываются, постепенный процесс. Иди глубже, для того, чтобы обрести все более и более драгоценные камни. Это явление было дано последовательно, поэтапно. Таким образом, все более и более ценные явления были даны и распространены в этой беседе публике, даны публике. Это явление есть, иди, и это явление открыто для всех. Получи его, открыто для всех, ступай и пей. Пей, насколько это в твоих силах, насколько ты способен, утоли жажду, всю жажду. Утоли сполна. Говинда Махарадж очень любит эту шлоку, она в Чайтанья Чаритамрите. Кто такой Махапрабху? Что есть Махапрабху? Кавирадж Госвами описывает, описывает Махапрабху. Кто он?
Из божественного, безграничного озера столь многие сотни потоков, ручьев вытекают из этого озера. Ручьи нектара, нектарные потоки, тысячи этих потоков, ручьев вытекают из божественного озера. Это потоки, ручьи Кришна-лиламриты. И они вытекают из озера, которым является Махапрабху. Махапрабху? Кто есть Махапрабху? Тот, из кого, в ком берут начало тысячи ручьев, потоков Кришна-лила. Сотни, сотни ручьев вытекают. Речь идет о особом божественном озере, потоке Кришна-лиламриты, нектарных игр Кришны. Эти потоки берут начало в озере, это озеро сравнивается с Махапрабху Шри Чайтанья Девом. Вытекают из этого озера и текут во все стороны света. Все его движения, его взгляды, его уход, его киртан, его пение, его танец, его многочисленные беседы с преданными по-разному, прекрасным образом, только Кришна Лиламрита, потоки, ручьи, вытекающие из этого озера, различных специфических вкусов, нечто немыслимое, немыслимое, истина, каждое его движение, взгляд, поза движения — все это Кришна. О Кришне, и это Шри Чайтанья Махапрабху. Если человек сумеет понять это, то никакие иные амбиции он не сумеет лелеять в своем сердце более. Таким может быть благословение божественности всех нас, каждого. Нет иного богатства, никакое иное богатство нельзя посчитать лучшим. Prem rasa shima radharo mahima jagati janato kiri kyaar kori vedaya potito dekhiya kyaar uthi vekandiya mahaprabhu gone who else если бы Махапрабху не пришел, то кто бы? Видя падшее состояние душ, он не в силах был терпеть это падшее состояние, состояние душ, лишенных связи с Кришной, прискорбное состояние. Это нечто странное. Тот, кто в действительности, по самой своей природе, естеству, является слугой Кришны, лишен Кришны, отделен от Кришны. Что это? Как это понимать? Это не следует терпеть. Кришна — владыка живого существа, и живое существо лишено владыки своего сердца. Это удивительно, и здравомыслящий человек не в силах терпеть это. Это его право, наше право от рождения, по рождению, дом. Дом. Мы лишены дома. Их чувства таковы. Nidai Gaur Hari Bo, Nidai Gaur Hari Bo, Nidai Gaur Hari Bo, Nidai Gaur Hari Bo. Mahaprabhu, Govinda Sundari. Gauranga Nagaravara, Nittanda Yatnamahi. The beloved citizen of Navadvip, the beautifully dancing, танцует. Он прекрасно танцует и поет. Прекрасным образом танцует и поет. Танцует, поет и чувствует самого себя, свое существо.
Он чувствует свою красоту, особенно красоту имени. А они видят все это. На улицах Надии то происходило. Прабхудананда Сарасвати, гуру, духовный руководитель Гопалы Бхатты Госвами, в своей поэме пишет: насколько прекрасен он воспевает свое собственное имя и очарован собой, танцует. И есть только один Рамананда. Он был грихасхой. Однако имел сертификат от Махапрабху. По мнению Махапрабху, он являлся владыкой своих чувств, абсолютным, совершенным владыкой. Один брамин по имени Прадюмна Мишра пришел к Махапрабху и попросил. Он сказал: «Я хотел бы услышать Кришна-катху из твоих уст». На что Махапрабху отвечал: «Мне неизвестна никакая Кришна-катха, но Рамананда знает. Ступай к нему и попроси его рассказать тебе о Кришне. Ты можешь сослаться на меня, и, возможно, он станет разговаривать с тобой. Ты брамин, он шудра». Прадюмна Мишра колебался, но что делать? Он отправился к Рамананде и какое-то время наблюдал то, что происходило там, и вернулся обратно и сообщил Махапрабху. Махапрабху спросил: «Ты слушал Кришна-катху от него?» «Нет». «Почему?» «Я увидел, что он занят чем-то сомнительным. Я какое-то время провел там и вернулся обратно». «А что же ты видел?» «Я видел, как он обучает Девадаси». Девадаси — это девушки, посвященные Джаганатху с раннего детства. Они не выходят замуж, и иногда их характер не безупречен. Они известны как Девадаси. Прадюмна Мишра видел, как Рамананда обучает Девадаси предосудительным образом. Он учил их тому, как Девадаси должны приближаться к Джаганату и танцевать, какие они должны принимать позы, какие делать жесты, каким должен быть их взор соблазнительный. Все это. И больше того, в процессе обучения Рамананда касался интимных частей тел этих девушек. Видя все это, я не почувствовал к нему никакого уважения и вернулся. Не недооценивай Рамананду. Он является владыкой, хозяином своих чувств. В нем нет ни малейшего следа вожделения. Даже я, сказал Махапрабху, испытываю беспокойство, проистекающее из чувств, причиняемое чувствами, но Рамананда свободен от подобного беспокойства. То, что подобная стадия возможна, мы знаем только из священных писаний, сказал Махапрабху. Из Писаний только мы можем узнать о том, что подобная стадия может быть достигнута. Это возможно — находиться выше чувственного наслаждения бренного мира.
Прямой опыт, сказал Махапрабху, но только из Писаний мы узнаем о том, что существует стадия, на которой человек может стоять выше всех трудностей, всех этих привязанностей, грубых привязанностей. Телесно он может быть вовлечен, но его сердце находится в другом месте. Это возможно. И есть только один Рамананда, такой природы. Невозможен, не может быть Рамананды номер два. Только один Рамананда находится на таком уровне, поскольку он сведущ, в высшей степени сведущ в чувствах, сентиментах, реализации, которые необходимы в служении Кришне и Гопи. Его сердце полностью посвящено делу Кришны. Отсутствие эгоистического существования, отсутствие эгоистических интересов, только сознание Кришны, только исключительно удовлетворение Кришны, чем бы он ни занимался, он делает это ради удовлетворения Кришны. Он пуст, свободен и предан делу Кришна-лилы. Поэтому не думай о нем дурно, но вновь вступай к Рамананде. И Прадюмна вновь пришел к Рамананде. И Рамананда начал. В тот день, сказал он, в тот день на днях я не мог принять тебя должным образом. Ты пришел ко мне, чтобы услышать Кришна-катху, как мне повезло. И так он начал. Утром он начал. И наступил полдень. Он по-прежнему безумно говорил о Кришне, не совершая омовения, не обеда, ничего подобного. Он, словно безумный, продолжал говорить о Кришне. Затем, поздно вечером, пришли слуги 2-3 раза. Так они просили его совершить омовение и поужинать. И так или иначе, ему пришлось завершить беседу и уйти. Тогда Прадюмна Мишра признал, «Да, мое сердце переполнено, когда я слушаю Кришна-катху от Раи Рамананды». Он сам слушал от Рамананды, был слушателем Рамананды Махапрабху, и другим слушателем был Прадюмна Мишра. Эк Рамананда Рай. Он знает, кто такой Кришна. Махапрабху говорил, то, что я услышал от Рамананды, я передал Рупе и Санатану. Я получил это от Рамананды. И также говорится, что Махапрабху принял дикшу, получил дикшу от Ишвары Пури. Ради проповеди Махапрабху принял саньяс от Кешавы Бхарати, а ради того, чтобы обрести доступ в Браджа-лилу, Махапрабху получил дикшу от Рамананды Рая. Махапрабху выражал почтение Рамананде Раю. Конечно, никто из них не думал, ни Кешава Бхарати, ни Ишварапури, ни Рамананда Рай не считали себя гуру Махапрабху. Однако очевидно, что Махапрабху относился к Рамананде Раю почтительно. И также говорится в их беседе, если человек хочет вступить в Браджа-расу, тогда требуется, необходимо, чтобы он принял прибежище Сакхи.
в Мадура-расе. Там они являются хозяйками положения. Вся сокровищница, кладовая сокровищница Мадура-лила находится в руках Сакхи. Они способны дать это другим, это нечто другим. Гуру-рупа-сакхи. В Мадура-расе гуру воспринимается в образе и в духе Сакхи Радхарани. И Рамананда-рай был Вишакхой Сакхи. И эти слова Махапрабху. Кива шудра, кива неши, кива випра, кива неши, шудра кане ной, джей Кришна такта ветта, сей гуру хай. Эти слова служат намеком. Почему ты убегаешь? Я получаю от тебя так много. Ты... Ты сведущ в делах Кришны, путях Кришны. Ты гуру, и я слушаю тебя.